победителем третьего сезона суперпроекта «Голос дети» становится Данил Плужников. Но прежде чем мы наградим лучшего, я хотела бы дать слово тем, кому не хватило до победы всего одного шага. Ну что ж. Раяна, давай начнем с тебя, потому что чествование победителя впереди. Вы стоите в тройке лучших. Это уже очень здорово. То, что ты делала, было красиво. Мы тебя слушаем. Добрый вечер всем. Я, конечно... Я безумно рада за Даню. Даня, я тебя искренне поздравляю с этой победой. Пусть эта победа будет самой маленькой в твоей жизни. Мне даже не верилось, что буду стоять здесь, на этой сцене, суперфиналистом вот этого масштабного проекта «Голос дети». И это мне даже не снилось, что я реально стану суперфиналистом. И очень хотелось бы поблагодарить руководство Первого канала, наставников. Леонид Николаевич, спасибо вам большое, что несмотря на мое волнение, на слепых прослушиваниях повернулись ко мне. Спасибо Пелагея, Дима Билан. Спасибо всем администраторам этого проекта, режиссерам, оркестру, всем-всем, вот ведущим тоже. Очень сильно хочу поблагодарить свою республику, Чеченская республика. Спасибо тебе большое, что, несмотря ни на что, поддержала меня. Огромное спасибо хочу выразить главе Чеченской республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. И спасибо всем, кто за меня голосовал, переживал, молился за меня. Спасибо моему ансамблю «Дай мог», моим руководителям, моим родителям, моим друзьям, моей школе, а также юным кадыровцам и вот моему Ленинскому району. Вот их всех просто не перечислить, их очень много. Спасибо вам большое, я вам всем очень рада. Раяна Асланбекова! Большое всем спасибо. И очень хочется поблагодарить министра образования Чеченской Республики. Спасибо всем большое. Тебе спасибо, дорогая. Примерно все министерство можно, а что там, а? Да. Таечка, милая, тебе слово. Я хочу сказать большое спасибо оркестру Сергея Сергеевича. Я бы хотела петь с вашим оркестром всю свою жизнь. Еще я хотела бы сказать вам, Пелагея, большое спасибо за то, что вы нас всех поддерживали всегда и научили нас многому. Спасибо. Еще я хочу сказать режиссеру Ильдусу Курмалееву большое спасибо. Я вами восхищаюсь. Еще большое спасибо всем организаторам этого проекта. Замечательные слова. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие девочки, счастливо. Спасибо. Можно обнимашки с наставниками. Спасибо. Дамы и господа, а для вручения главного приза суперпроекта «Голос дети»